26 и 27 января в поселке Тульска Майкопского района прошли республиканские соревнования по программе мини-футбол в школу. Среди мальчиков 2005, 2006 и 2003-2004 годов рождения. В обеих группах наши юные футболисты заняли второе место. 29 января прошел очередной тур зимнего первенства района по футболу. Вот его результаты. Егерухай 2, Егерухай 1, 7-17, Бличепсин Интер 3-1, Дружба Нур 1-9. Центральным матчем тура стал поединок между командами Сосрука и Юность, входящими в число лидеров. Игра получилась напряженной и интересной. Команде Сосрука удалось вырвать победу со счетом 7-6. Список бомбардиров по-прежнему возглавляет Аслан Пиштиков из команды «Юность», забивший 28 мячей. На втором месте с 23 голами Аслан Едыгов из команды «Егерухай-1». Следующий 12-й тур первенства пройдет в воскресенье 5 февраля.